Здравствуйте, друзья. У нас посылочка. Очень легкая. Не будем показывать адрес. Скажем, что это из города Мурманска, с улицы Олега Кошевого. Вот. Кому? Мне. Давайте мы возьмем нашу открывалку. Толецкой стали. Открывалку. Я же боюсь повредить. Ну, знаете, Почта России написано. Смотрите, такой красивой пленкой. Скотчем таким. Я никогда такого что-то не получал. Прям вот так. Прям все вот так. И самое главное, друзья, я еще не знаю, что там. Больше того, может оказаться, что там такое, что я потом и показывать вам этого видео не буду. Знаете, это же все элемент неожиданности. Может, вот. Сугубо интимное. Ну уж, я думаю, что интимное не пропустит Почта России. Тем более из Мурманской области, там сурово. Там, так я начала, не солнечный какой-нибудь край, расслабушный. Так, тем более там рядом моряки. Так. Так, ну вот, видите, что значит нет навыков-то. Навыков-то нет. Ай, так все. Силой, понимаешь, силой. А! Ой, ё-моё. Это к Новому году, что ли? Смотри, тут. Что-то такое. Больше ничего нету. Так. Голубой кот. Дядь Миша, большое спасибо за вашу работу, вот, видео на Ютубе, рассказы и позитив. Надеюсь, что небольшие сувениры пополнят вашу коллекцию шапок и поднимут настроение. Юрий С. Мурманска. Тут стишок такой, типографским путем вот написанный. Поднимайся высоко, чтобы видеть далеко, чтобы искренне любя, все смотрели на тебя. Это трогательно, друзья. Голубой кот. Моему другу. Вот такая. Да, показал? Угу. Все, значит, теперь. Тут какой-то колпак, что ли, даже. С цветочками. Что-то мне это напоминает. Сан-Франциско такое специфическое. Ну, знали, куда слать? Ой, тут еще какой-то. Ну, гуталин, похоже. А, нет, это два магнитика. Это два магнитика. На одном написано Мурманск, а на другом Североморск. Столица СФ. Северного флота, видимо. Так. Два магнитика. Ну чего, будем. Миша. София, скажите, где, по-вашему, вперед этой как шапки? Как тебе нравится. Где вперед? Ну. Я вот думаю, где это должно быть, сбоку, наверное. Ну, не сзади это точно. Не сзади. Ленточки. О! Вот так. Вот так, вы думаете? Я думаю так. Потому что, а какой же смысл сзади? Ленточки-то. Да. Ну, и сзади смысл, что могут дергать. Люди могут. И знаете, что и два дергать. Шва вот так, это точно сбоку. Где? Вот же два шва, Миш. Ну. Шва по бокам всегда. Так, ну давайте я тогда одену. На вас навешено нормально? Да. Так. Может быть, я теперь похож на какого-нибудь, вот кто это, там живет. Это кто? Это из какая страна? Это из Мурманска прислали. Мурманск. Из Мурманска. На да, может быть, я, может, на Карела похож? Вы знаете, вам надо сделать, на действительно, на у вас столько шапок, какой-то да. Стенд. Вот так его. А это что, Миша? А это не смотрите, София. Это не смотрите даже. Все, друзья, значит, мы передаем алаверды Юрию с Мурманска, вот, и будем пропагандировать его шапку, пусть он хоть скажет, к чему бы это все, вот это все, но во всяком случае уже прикольно, и размер подходит. Счастливо!